командир взвода пришел и сказал, что мы выдвигаемся на территорию Украины в составе колонны для устрашения украинского народа в город Сумы. То есть, потому что там в Донецке и в Луганске очень много русскоязычных, и мы должны были проехаться как для устрашения. Вот, на все про все там остались будет 3 дня, и потом мы вернемся. Вот. Мы заехали 24-го утром, потом колонна попала под обстрел, вот, взорвали первую машину, она остановилась, колонна. Мы начали отступать, увидели зеленый Volkswagen, в него открыли огонь, она остановилась. Я, Амальтисов, еще один, мы подбежали к ней, развернули машину, догнали колонну, там еще трое подбежало, один из них был водителем на бензовозе. То есть он знал, куда ехать, а в обратном положении. Мы должны были вернуться в расположение лагеря за подмогой. Так сказал старший лейтенант. Ну, там был офицер. Вот. Мы выдвинулись, увидели по дороге гражданского, который разговаривает по телефону. Мне приказали выстрелить, я выстрелил в него одну очередь. Вот. Он упал, мы ехали дальше.